Развитие инвестиционной деятельности и конкуренции на Ставрополье, наделение казачьих дружин дополнительными полномочиями, обеспечение хлебом жителей края, противопаводковые мероприятия. Эти и другие вопросы сегодня обсуждали депутаты на еженедельной планерке в Краевой Думе. Особое внимание уделили социально значимым статьям бюджета. Самое главное – в режиме жесткой экономии не допустить сокращения по тем направлениям, которые затрагивают людей, подчеркнул председатель Краевой Думы. Промышленность за 2015 год дала неплохие приросты, они больше, чем в Российской Федерации, 5,3%. Сельское хозяйство почти 3,5% приростов дало по итогам 2015 года. Это говорит о том, что край работает, продвигается вперед. Есть проблемы. Мы, к сожалению, уменьшили ввод жилья по итогам 2015 года, есть и другие направления. Неплохая ситуация с демографией в крае, поэтому нам важно не допустить никаких срывов.